За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 194 сообщения. Госпитализировано 98 человек. Городской роддом закрыт на плановую санитарную обработку. Системы жизнеобеспечения Десногорска работают в штатном режиме. Все потребители обеспечены ресурсами, ограничения отсутствуют. Продолжается месячник по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий города. К работам продолжают присоединяться все больше участников. В сегодняшний момент мы уже работаем совместно с Смоленской атомной станцией, с МАТЭ, медсанчастью, ЭЛСом, и воинская часть уже выходила. Вот, ждем остальных наших партнеров, и работы продолжаются в эффективном взаимодействии. Ну, служба продолжает уборку листвы, значит, работа в парковых зонах, закончили шатер на фонтане, сегодня приступим к покраске. Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Анна Королева анонсировала новое мероприятие. Совместно благотворительным память поколений 24 октября в 13:00 в Десногорском историко-краеведческом музее 3-м микрорайоне состоится торжественное открытие фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто». Приглашаем всех жителей и гостей города. 28 октября с 13:15 до 14:30 будет проводиться комплексная техническая проверка готовности региональной системы оповещения населения с включением электрических сирен и передачей речевой информации. Население города просят сохранять спокойствие. Виталий Волков, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.